Добрый день, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня мы продолжаем ролик с хозяйства Сырбека Джамалова. Джалалова. Вот те кушкары, которые он в этом году ставил на осеменение своих маток. Маток до этого мы сняли тоже. Вот. Посмотрите. Два таких кушкара. Но этому, видать, полтора, да, примерно? Полтора года. На этом где-то 2,5 волсагирега, а? 3 года. 3 года уже, ясно. И вот этого тоже ставили, да, вы? Да. Ну, другим маткам. А, это на другим. Ну, это афганец в чистом виде. Это как бы... тоже хороший, но чуть-чуть... Мы сейчас репортаж про других видим. Угу. А нас больше интересует вот такой вот тип. Откуда эти кошкары у вас? Казахстан киген? Казахстана, южный. А, южный Казахстан. И именно какой город? Шымкент. А, это вот видно, что это шымкентский тип такой идет. У нас вот больше. Но насколько я понял, гусароводство Оша, оно примерно схоже, почти так же, как в Шымкенте. И мы можем даже меняться кошкарами, заниматься такой вот деятельностью. Вот. Это вот его отец, получается. Ну, очень хорошо. Так, как номер телефона? +9 96 708 93 74 74. Ага. Ну, давайте еще раз афганца тоже покажем. Все-таки по экстерьеру я признаю, что это очень красивые вообще. Животное такое вот, афганский стиль, да, посмотрите, какой шерсть. Надо признать, что он красивый. Вот, ну, удачи вашему хозяйству, Сырбек. Спасибо. До встречи.